Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Сухитаватарам Апар Сансар Самандрасетам Бхаджамахе Бхагавату Сарупам Ямбравояннаманапетамапетакритвам Дайпаяна Вирахакатарваджухава Путрети Танмая Таятарво Винедхум Танг Сарвабхута Хидаям Мунимана Тасми Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Таттяна Кампасу Самикшаманам Буньян Ива Атмо Крито Випакам Ридбаг Бхапабибидата Намасте Дживето Муктипадеса Дайвал Татьяну Кампасу Самикшаману Буньян Ива Атмо Крито Випакам Ридбаг Бхапабибидата Намасте Дживето Муктипаде Садая Бхаг. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Прабхупад сказал, что та ситуация, в которой мы находимся, согласно нашим результатам кармы, мы должны быть довольны этой ситуацией. Это зовется Таттенукампам и Гаудия Гоштхипати. Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что та ситуация, в которую мы попали, согласно нашим прежним действиям, мы должны быть довольны этой ситуацией, и мы должны помнить, что вот это называется Таттенукампам. На санскрите это милость Верховного Господа, чтобы мы смогли исправиться, чтобы исправить нас. Верховный Господь, Он поместил нас в такую ситуацию просто для того, чтобы исправить нас. Бхагаван, Он сарва мангал мой. Когда мы говорим, что Бхагаван имеет такое качество, но если у нас какое-то неправильное представление о Господе, если Господь весь все благой, то почему Он какие-то проблемы нам позволяет, чтобы они случались с нами? И вот некоторые люди слышат о том, что Бхагаван, Он всеблагой, но не понимают, почему какие-то проблемы с Ним случаются, и это сложно понять. Это зовется, чтобы понять, что Верховный Господь всеблагой, и все, что Он делает, то оно все для нашего вечного блага. И для того, чтобы понять, что та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это всего лишь милость Верховного Господа, чтобы помочь нам. Я раньше говорил о том, что когда мы сможем прийти в гармонию с Верховным Господом, тогда мы станем по-настоящему счастливыми, когда наши желания станут желаниями Верховного Господа. Я имею в виду то, что хочет делать Верховный Господь, оно явится также в нас, то тогда мы станем по-настоящему счастливыми, иначе у нас нет возможности обрести какое-либо счастье. И многие не знают его определения, мы все глупы.
Мы, многие из нас не понимают настоящее определение счастья, что является настоящим счастьем, боль и наслаждение, но все временно, когда какие-то проблемы приходят в нашу жизнь, мы жалеем об этом, плачем. Но мы должны думать, что боль и радость, наслаждение — это все временно. Майя Деви, она устраивает те или иные ситуации, чтобы проверить нас. Я уже много раз говорил, что этот материальный мир — это место нашего испытания, такого болезненного испытания для нас. Оно сравнивается с каким-то раскаленным котлом. И здесь сравнение такое приводится, что обусловленные души, они буквально прыгают с раскаленной сковородки в огонь. И они думают, что этим спасутся. Но такое решение, оно неправильно. У нас нет никакого решения для нашей жизни. И какое решение должно быть у нас? Если у нас нет осознания того, что такое настоящее счастье, а что несчастье, то этот материальный мир — это как раз есть то место испытаний, место страданий для нас. И если мы сможем пройти успешно это испытание, и в одной шлоке из Гиты говорится, в этом мире. В этом, и вот Бхагаван Шри Кришна говорит в этой шлоке, что здесь, в этом месте, и те, кто смог, будучи в этом теле, если здесь, в этом материальном мире, не тогда, когда мы ставим наше тело, а тогда, когда мы живем в этом материальном мире, и вот живя в этом материальном мире, это... То есть победить майю — это наша такая первый шаг. И поскольку до тех пор, пока мы не сможем выбраться из-под влияния майи, мы не сможем начать харибаджан. И мы не сможем начать харибаджан, пока не избавимся от влияния майи. И также со всеми анартхами в нашем сердце мы тоже не сможем начать харибаджан. Мы, конечно, можем практиковать, но настоящий харибаджан мы сможем начать тогда, когда мы победим майю. И тогда мы обнаружим и также никто не может победить майю без настоящей милости Гуру и Вайшнавов. Я говорил уже об этом. И мы должны помнить это. И вот согласно этой шлоке, по милости Гуру и Вайшнавов, мы сможем обрести
победу над Майей. И по милости Гурудева мы можем начать настоящий баджан. Ибо те, кто находится под... Те, которые избавились от влияния Майи, будьте уверены, что они обрели Гуру Крипу. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что мы, будучи в этом материальном теле, мы должны победить Майю. Мы не должны надеяться, что когда оставим свое тело, только тогда победим Майю. Нет, нужно... Вот будучи в материальном теле, мы должны победить Майю. Наш возраст, он не столь важен. Дхрува Махарадж или Прахлад Махарадж, они в малом возрасте, они предались Господу. Но в начале всего мы должны быть искренни. У нас должна быть настоящая любовь к Гуру, Вайшнава, Бхагавану, к Тадиявасту. Тадиявасту – это то, что близкие эти спутники Господа, такие как Ганга, Ямуна, Сарасвати, Гуматы, коровы, Гуру, Вайшнавы, Дхамма. То есть все близкое, что связано с Верховным Господом. Прямо мы не сможем служить Верховному Господу, будучи в таком обусловленном состоянии. И поэтому в одном из киртанов, которые мы поем, говорится, вот Вайшнавы Равидоны, Кришна Дойомой, Эхино Памара Проти, Хобина Садой. Если Вайшнав от нашего имени для нас, они смогут они молиться, они будут молиться Верховному Господу, чтобы Господь спас нас, как вот Прахлад Махарадж, он говорил, что «О, Господь, мы не находим другого пути». И ты можешь спасти всех этих обусловленных душ. И мы должны вспомнить это милостливое настроение Прахлад Махараджа. А Гуру Вайшнавы, они не меньше, чем Прахлад Махарадж. Такие великие личности, как Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур. И поэтому Прахлад Махарадж, он молится Нарисимхадеву. «О Господь, без Тебя для них нет никакого пути, и Ты можешь очень запросто и их спасти, и моя просьба, помоги им». И поэтому мы поем этот киртан, и вот в этой шлоке тоже говорится. Если ты хочешь пролить свою милость на меня, но я без них не хочу обрести твои милости. Вот Прохлад очень умен, он сказал, что я уже обрел вашу милость, Нарада Махарадж. Он ваш преданный, я обрел милость от него. И если вы хотите одарить меня милостью, то вы должны спасти этих демонов, этих детей асуров. Они не знают, как избавиться от влияния Майи. И вот великие риши муни, можно видеть, что они уходят в лес, чтобы совершать баджан. Они для своего собственного блага, они уходят в лес и думают о тебе. Они ищут свое собственное благо, но я не такой жадный человек, не такой эгоист. Если ты хочешь пролить свою милость на меня, то ты должен также благословить всех этих детей демонов. И такое умонастроение Гуру и Вайшнавов. Шрила Прабхупад мог запросто жить в лесу,
чтобы повторять десятки миллионов святых имен. Это Шатакоти нам яги, повторение 100 миллиардов святых имен. Он совершил эту яги. Гуру Вайшнава не хотят всю жизнь посвятить Верховному Господу. А это значит, что они все делают для нас. Жизнь саду, она посвящена всем. И как мы можем обрести такую силу? И такая сила, как ее обрести? Откуда? Кто и как может обрести ее? В этом вопрос. И вот смотрите, Прохлад Махарадж говорит о нашем вечном благе. И любые проблемы в жизни Прохлад Махараджа, они не... И когда какие-то проблемы случались в жизни Прохлад Махарадж никогда не возмущался. Он не говорил, что я преданный Господа, и как так случается, что столько проблем у меня. И Рунтидев, он никогда не возмущался никакими проблемами, которые приходили в его жизнь. Он видел это как милость Верховного Господа. Я уже сказал, что Бхагаван, Верховный Господь и все его преданные саду, гуру Вайшнавы, они могут пролить милость на кого-то и наказать ануграха и не граха. Ануграха значит. Ануграха значит крипа, милость, а не граха, наказание. Гуру Вайшнава не могут как наказать, так и помиловать. Гурудев, он может любое совершить из этих действий, иначе кто такой Гурудев? Я уже говорил о признаках Гуру, можно вспомнить. Если мы найдем, что что-либо приходит к саду, то он это все использует для служения Верховному Господу. И в этом случае он настоящий садгуру, который все приходящее к нему. И сам он занят 24 часа в сутки служением Господу. И любые вещи, любое, что приходит к нему, он использует это для служения Господу. Он все делает для того, чтобы Господь был доволен, и те, кто не использует то, что приходит в их жизнь для служения, имеется в виду, полностью не использует, может, кто-то половину использует, но такие люди, нельзя сказать, что они садгуру. Но имеется в виду, что те, кто занимает пост гуру и не использует все приходящее полностью в служении Господу, то они, нельзя сказать, что они гуру. Что такое гуру-сева и лагу-сева? Гуру-сева значит гармония. И использование всего, что приходит в нашу жизнь для того, чтобы Господь был доволен, для служения Ему. Иначе, если какие-то негативные вещи приходят, то такой человек, он лагусов совершает, его не гуру, он легкий. Нельзя сказать о нем, что он садгуру, он лагу. И вот на самом деле мы заняты своими собственными проблемами. Мы не заинтересованы о чьих-то проблем, кроме своих, это наша ситуация. Мы хотим получить какое-то благо,
социальное какое-то положение в обществе занять. Вот можно видеть, что люди в обществе не стремятся к своему личному благу. Есть другой класс людей, которые пытаются сделать для блага всех людей. У них такое более широкое видение блага. Но Шрила Прабхупад говорит, что нам не нужно ни такое личное благо или общественное благо, а мы заинтересованы в том, чтобы принести благо Верховному Господу Шри Кришне. То есть такое личное счастье или публичное, оно нас не интересует. Мы думаем о том, чтобы Господь был счастлив. И мы всегда думаем о том, чтобы Верховный Господь был доволен, и это зовется Гаудия Даршана. Кто-то может запомнить много философии, что-то говорить на эту тему, но если Гуру Вайшнавы, Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они проверят такого человека, то они увидят, что он не настоящий Гаудия. Как можно вспомнить? А вот раньше Махарадж рассказывает, когда готовили рис, вот кто-то, если готовит рис, то берут одну рисинку и смотрят, сварился он или нет. И также гуру вайшнавы, они могут проверить нас, достаточно ли мы зрелы и мы гаудия или нет. Может, у нас, если мы стали богаты и пытаемся подкупить кого-то, то это, конечно, мы можем сделать. И сейчас тоже случается так, что всякие майвади, материалисты, они говорят, что можем купить саду за деньги, если всем раздать по 500 рупий, то пол Индии придет. И это, к сожалению, вот такие продажные саду, они, естественно, приходят. И вот, когда перед Гаур-кишор-дас Бабаджи Махараджем кто-то сказал, чтобы он какую-то вайшнава-севу организовал, и что вот, его приглашали на вайшнава-севу, что вот 200 вайшнавов придут, сказал, что вот всех накормят. А Бабаджи Махарадж засмеялся, что одного вайшнава в этом мире найти так тяжело, вы целых 200 нашли. Где вы их купили оптом? Этот весь мир, если мы поищем, то одного обычного тяжело найти, настоящего. Но что Гаур Кишор-дас Бабаджи Махарадж хотел сказать, что это есть настоящая сиддханта, что то, это же самое сказано Шрилой Бхактивинода Тхакуром. Я могу показать его статью. Махарадж хочет еще раз опубликовать это. И вот там Бхактивинода Тхакур говорит о людях. Саду-санга, она не столь дешева и проста.
И вот мы можем искать саду по множествам деревень и городов, множестве стран, и если мы удачливы, мы обретем саду. Даже после этого, когда мы обрели саду, мы сможем или не сможем понять его. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур особо пишет, думать о несвятых, о том, что они святые, это оскорбительно. И также думать о великом саду, как что он не саду, не святой, то это тоже оскорбительно. Это все эти варианты, они несут в себе великую опасность для нас. И что же делать, куда идти? Что говорить о нашем баджане? В Упанишадах говорится, что материальное... И вот один настоящий вайшнав, он может спасти всю Брахманду. Не думайте, что это какое-то преувеличение. Настоящий вайшнав, он может спасти всю Вселенную. Но если мы примем прибежище по-настоящему у такого вайшнава, и поэтому Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, он плачет и говорит, дает такие наставления. И вот он говорит, что те гуру вайшнавы, они настолько милостивы, и своей речью, своими словами они хотят исправить наши сердца. Мы очень неудачливы. Мы думаем о них, как о наших врагах. И Джаганнатдас Бабаджи Махарадж говорит, те чистые гуру и вайшнавы, они полны сострадания, и когда они говорят какие-то жесткие слова, то из-за их такой этими жесткими словами они хотят убрать майю из нашей жизни, но мы хотим думать о том, что они все наши враги, и в этом главная трагедия нашей жизни, и что они все враги. И вот таких бывает, что таких саду как-то пытаются выгнать из общества. И когда Шрила Прабхупад говорил, что мы живем в этом мире только несколько дней буквально, и мы должны... А вот завтра Махарадж будет об этом более подробно говорить. И вот бывают такие люди, которые пытаются доказать, что настоящие гуру вайшнавы, они не могут примириться с какими-то неправильными вещами, которые происходят, и пытаются их изгнать из общества, прикрываясь тем, что если кто-то критикует вот их за какие-то неправильные вещи, то они пытаются выгнать. И вот еще такое явление есть, как духовная мафия, что эти, как сказать,
духовные такие... His Gurudev already threw him out of mall. Gurudev crying so much, even speaking those who are going to give him entry in their mall. I have no relation with them. They are so foolish, so idiot. They are announcing Dhamma Bhushan. And those who are speaking appropriate Siddhanta Acharan, the swing is construct, not constructive attitude. Then I was bound to write in later. Махарадж говорит о том, что вот какой-то товарищ его года выгнал из матха и сказал, что чтобы никто его не смел пускать в матх. И потом этот человек стал каким-то ачарьей впоследствии. Those sannyasis going to give birth to children in different place. He was thinking this is also one kind of constructive attitude. Because they are constructive children. I speak this at the side up. Cannot speak anything. This is your constructive attitude. And you are giving Jai Prabhupada, Jai Gurudev. They are speaking this way. Speaking Siddhanta means Махараджи говорит о том, что есть не какие-то другие люди, которые хотят всех, не всех, а объединить тех, кто хочет их, кто будет закрывать глаза на их недостатки, а те, соответственно, на их недостатки закрывают глаза. То есть у каждого, на каждого есть компромат, но все идут на компромисс. What is the symptom? You should follow Prabhupada. Prabhupada speaking, Halena Sarakaranam Aminiyam. Мы должны следовать Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад, он сказал, если... Who told this mango tree? Let season come, I can show you. То есть, такой пример приводит, как вот определить, что это дерево манго. Если мы не сможем по листьям определить, то можно по плодам узнать. Мы можем понаблюдать за этим деревом манго, и сезон манго, когда придет, то плоды манго, соответственно, будут. И также говорится, что если мы хотим узнать какого-то человека, мы должны понаблюдать за ним и за по его действиям, по плодам его действий можно опознать, кто он на самом деле. Но для этого у нас должна быть милость Шастр и милость Гуру Вайшнавов, и тогда, когда мы будем наблюдать за какими-то подозрительными личностями, то они проявятся нам. That CC camera, what is it? Another CC camera, although fitted by Supreme Lord, is watching what you are doing, nonsense, collecting dollars from outside. What you are doing, you have collected all CC camera watching. Where you can go? If I put into one sava, with the sava, you cannot speak anything. You can fear. You can fear before speaking one absolute truth. This is your background. Махарадж говорит, что мы должны быть искренни, не обманывать общество, но и не прикрывать тех людей, которые обманывают других, прикрываясь какими-то другими вещами. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны быть заинтересованы не в личном счастье, не в публичном, а в счастье Верховного Господа. Мы должны делать все для того, чтобы Верховный Господь был доволен нами, чтобы Кришна был полностью доволен нами. А если мы не сможем сделать так, чтобы Господь был доволен нами, то нельзя
говорить о себе как о чистом вайшнаве или вообще о ком-то. То есть, кто-то может красиво говорить, но если Кришна недоволен им, то что толку от этого? И вот в этой шлоке говорится, что по плодам можно определить, кто обрел гуру Крипу, а кто нет, можно посмотреть внимательно на их действия, то мы увидим, кто есть кто. И также наше сердце подсказывает, что какие-то люди, они говорят ложь под видом какой-то сиддханты. И вот в этой шлоке говорится, что по плодам мы можем, по результатам мы можем понять, кто обрел милость гуру, а кто нет. А общество, оно достаточно глупо и может почитать каких-то недостойных людей. Вот на Радакунде и вот на Радакунде однажды Махараджу какой-то человек предложил очень большую малу, она была очень тяжелая, несколько килограмм весила. Но люди так, ну, иногда выражают свою, там, свою благодарность. Все равно, ну, такие люди пытаются, ну, сейчас можно видеть, что у домохозяев характер лучше, чем у всех остальных. И вот быть смиренным домохозяином лучше, чем гордым брахмачари. И мы должны обрести милость, а мы не должны выставлять эту милость на показ. То есть милость, которую мы получаем, она для нас, мы не должны соревноваться с кем-то по количеству обретенной милости. У Верховного Господа есть такое сравнение, что список авторитетных ачарий, скажем так, авторитетных преданных, а какие-то люди поклоняются каким-то другим людям, чьего имени нету в списке авторитетных проповедников от Верховного Господа. Вот такая ситуация. Кто может понять, что и как? Чистые преданные, они никогда не проявляют себя, они пытаются как-то скрыться. И вот мы не должны слушать какую-то апасиданту от неизвестных источников. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, она очень важна Татену Кампам Сусами Кшамано. Она произнесена самим Брамой. И вот сейчас Махарадж дополнит, что Верховный Господь иногда он очень доволен, когда мы что-то негативное внешне делаем. То есть это не плохое, а внешне может выглядеть как плохо, и Господь все равно доволен нами. И иногда мы положительно что-то делаем, а Господь недоволен. И какова причина? Когда вот Ачиндрия Дас Брахмачари, он изменил одно слово в третьем стихе Шикшаштаки, что мы должны быть терпеливы, как дерево. Он написал, что терпеливы более, чем дерево. Но Шрила Прабхупад посмотрел и одобрил. Он сказал, что это тоже хорошо. Шри Чайтанья Махапрабху, сам Верховный Господь составил эту шлоку, но как, ну, смотрите, мы, и этот преданный, он немного исправил эту шлоку, но Шрила Прабхупад, он все равно был доволен им.
И вот в последней части Вастахаран Лилы, когда эти Махарадж все не закончит, вот последняя часть осталась. И вот Шрила Прабхупад, когда он прочел это исправление Ачиндрида Садхикари, он сказал: «Да, очень хорошо». И вот смотрите, если Шрила Прабхупад доволен, значит, Верховный Господь доволен. А почему? Почему Шрила Прабхупад доволен? Поскольку Махапрабху доволен. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он тоже вот в этой шлоке. В этой шлоке он заменил слово мукти на бхакти. Он был великим пандитом. И он написал так. А почему? Хотя изначально в Бхагаватам было не так. Дживето мукти паде садай бхак. Там так было. Почему Сарвабхаума Бхаттачарья изменил это оскорбительно? И Махапрабху он рассмеялся и спросил у Сарвабхаума: почему ты изменил это слово? Там же мукти была. И что ж ты думаешь? Расскажи мне. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «О, Господь, я не могу повторять слово мукти. Я опасаюсь его. Так много я, долгое время я был глупый, говорил только о мукти, об освобождении. Но сейчас, когда я обрел твою милость, я не хочу повторять этого слова». Поскольку мукти, оно очень болезненно для меня, поскольку я был майвади, стремился к этому мукти, к освобождению, и я не хочу об этом вспоминать. Мукти значит слияние с безличным брахманом. И вот он не хотел об этом вспоминать. Есть вот несколько видов освобождения. Вот саюджа мукти, например, их два вида есть еще. Можно слиться с вечным трансцендентным телом Верховного Господа, как Шишапал, а другие с безличным Брахманом сливаются, как все остальные. Сарупья мукти значит, когда мы оставляем тело, мы можем обрести такую же форму, как Верховный Господь. И вот следующий вид мукти, такое же богатство, как Верховный Господь, мы можем обрести. И все это плохо, мы не должны стремиться к этому. Еще салокья мукти есть. Это значит, что после оставления тела мы сможем жить в том же месте, где живет Господь, салокья, то есть на той же локе планете, где Господь. Но чистые преданные, они никогда не стремятся к такому мукти, ни одному из его видов. Настоящий чистый преданный, он никогда не пытается просить у Верховного Господа освобождения, поскольку они полностью насыщены служением, они рады то, что они могут служить Господу, они служат Ему. И поэтому они никогда не просят такого освобождения. И в Сочетании Чайтамрити говорится: лучше отправиться в ад, чем просить освобождения у Господа. Поскольку из ада можно выйти через какое-то время, и гуру вайшнавы не могут пролить на нас свои милости, мы
сможем совершать служение, но это саюджа мукти, оно подобно самоубийству. И преданные не хотят обрести освобождение. Что с ним делать? Они наслаждаются служением. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, любые проблемы, которые я встречаю в своей жизни, я принимаю их и не боюсь, да, если кто-то вот, ну, имеется в виду, что преданный, он любые трудности он приветствует, которые приходят в его жизнь. И любые проблемы, возникающие на пути служения Господу, это радость для преданного. Поскольку его цель — служить Господу. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы очень глупы, и мы иногда надеемся получить что-то от какого-то источника, в котором этого нету. Это глупо. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы настолько глупы, что мы пытаемся получить что-то от каких-то людей, у которых этого нету. Ну вот имеется в виду, некоторые люди, они стремятся к каким-то мошенникам и пытаются обрести от них какую-то преданность. И Кешава Госвами Махарадж вот говорит, что такие люди, они не знают, что у этих людей нет преданности, и эту преданность, естественно, они не могут получить. Это всего лишь майя. Если мы осознаем сиддханту, мы поймем, кто такой настоящий саду, то все проблемы, они уйдут из нашей жизни. И из-за влияния майя мы часто не можем понять, кто есть саду на самом деле. И вот Махарадж начал с такой шлоки «Таттену кампам сушамикшамано». И это такое, мировосприятие, мировоззрение, которое можно найти в сердце настоящего саду. Он смотрит на мир вот с такой точки зрения. Любые проблемы, которые возникают в его жизни, он смотрит на них, как на милость Верховного Господа. Сусамикша мано значит испытание, и вот с помощью аналитической шастрагьяны, они видят, что все, что происходит, это для их наивысшего блага. Yes, yes, nice. This way, that way. This called
survey the total situation, get accept result and answer. Susumiksha Manu. Bhujyan Deva Atmakrita Vipakam, you should. A genuine sadhu always thinking, oh, okay, nice. This kind of, you know, problem happening in my life, maybe it is my, you know, result of my previous activities. И также, если мы хотим стать настоящим саду, мы должны помнить и не забывать, что мы должны помнить, что нету на самом деле боли и наслаждения. Мы должны помнить, нету ни страданий, ни наслаждений на самом деле. И если мы забудем об этом, то мы будем сожалеть об этом. То наслаждение и то страдание, которое мы чувствуем, но это все из-за влияния майи, а этого нет на самом деле. Это просто какие-то шутки майи. Шрила Прабхупад и Гуру Варга, они... Шрила Прабхупад рассказывал, что в детстве он ходил в какой-то цирк, там был этот PC Саркар, известный индийский фокусник. И вот этот PC Саркар фокусы свои начал показывать. Ну вот был фокус с распиливанием человека пополам и потом это человек опять вышел целый, то есть такой фокус. И также этот, смотрите, если этот такой материалистический фокусник, он фокусы показывал даже такие, что ну, вот пришел на железнодорожную станцию, сказал, людям выходить и буду фокусы показывать. Люди вышли из поезда, а поезд пропал. И вот они смотрят, поезда нету. Куда багажник, куда делся поезд, куда делся. И ехать же надо. И вот этот PC Саркар, он хлопнул в ладоши и показал, вот смотрите, ваш поезд появился. Ну, сейчас таких искусных фокусников тяжело найти. Iron chamber, put double lock and keep all, then throw this, you know, iron chamber and throw into sea. Потом он еще такой фокус показывал, что его запирали в железные клетки на два замка и кидали в океан. И он как-то оттуда выбирался и оказывался на берегу. И однажды представление на 4 часа назначили, а этот PC Саркар пришел полшестого, опоздал на полтора часа. Начали возмущаться, что мы тут деньги платим, вы опоздали, а он сказал, что не опоздал, вот смотрите на часы, и все посмотрели, действительно, 4 часа стало. И как бы не в чем было его обвинять. И вот суть в чем, то, что если какой-то фокусник может иметь такую силу, что может одурачить всю публику, то майя, которая создана Верховным Господом, это иллюзия, насколько она могущественна. И что говорить о тех фокусах, которые показывает Верховный Господь? Этот один муни, который хотел увидеть майю Господа. Господь спросил, что он попросил что-то другое, но Риши был настойчив, что
сказал, что хочет Майю увидеть, и Кришна показал ему, что он сразу очудился в каком-то океане, и плывет он так в океане, и не знает, что делать дальше. И вот смотрит. На... И вот он увидел какого-то маленького мальчика, который сиял. Он и плыл на листе каком-то. И вот он подплыл, смотрит, какой прекрасный мальчик. И он, мальчик вдохнул, и он оказался внутри этого мальчика, и так Господь показал ему Майю. И что я хочу сказать, что в материальном мире, если мы находимся в обусловленном состоянии, даже, может, не полностью, а на половину, или на 40%, или на 80%, или на 20%, но мы все равно должны избавиться от всей этой обусловленности полностью. И на самом деле нет существования боли и радости, счастья и несчастья. Это все относительно. Как для какого-то человека может очень радостно быть, приятно, то для другого холодно. В смысле, неудобно. Ну, как жара, например, и холод. Кто-то холод любит, радуется холоду, кто-то жаре, наоборот, и не переносит холод, и, а те, наоборот, соответственно. Или... Ну, кто-то любит зиму, наслаждается ей и страдает от жары летом, а какие-то люди, наоборот, страдают зимой и радуются летом, хотя температура одинакова, что для тех, что для тех. Вот Вамшивада с Бабаджи Махарадж, однажды ему пожертвовали много еды всякой, а он куда-то отошел, и корова пришла и в его этот баджан кутир съела все фрукты, овощи, которые ему дали. И Вамшивадас Бабаджи Махарадж сказал такие слова на дагском наречии Бенгали. И вот он сказал вот так вот, что один вор дает, другой забирает. И сказал корове: дай-дай, все, что осталось. Что кто-то дает, кто-то забирает. Он имел в виду, что Верховный Господь, Он все организует. Он же дает и Он же забирает. И это умонастроение чистых гуру вайшнавов. Шрила Прабхупад, он говорил такие слова. Он говорил, что это юктаварагия, такое гармоничное отречение, это не шутки. Это очень тонкое, очень это такое отречение, которое очень гармонично. Шрила Прабхупад говорил об этом, и мы должны осознать, что такое юктаварагия. Это гармония со всем. Саду, который смотрит на кого-то, он не видит, что это женщина или мужчина, он видит все в связи с служением Шри Кришне. Они видят все вот в связи с Кришной. И также вот боль или страдания, или счастье, это все временно. И я уже говорил о том, что Агума Пайнаха,
что все временно приходит и уходит. Сегодня мы смеемся. Вот Махарадж пример приводит кто-то. Вот какой-то мальчик сдал хорошо экзамены, первое место буквально занял, очень рад был, что такое в первый этот, ну, лучшую оценку получил. И у отца он попросил этот мотоцикл покататься в честь сдачи экзаменов. Отец сказал, что не надо. А мать сказала: ты что такой эгоист, не можешь на 5 минут ребенку мотоцикл дать, пускай проедется. Но отец вынужден был дать ему этот мотоцикл, не хотел ему давать. Он водить толком не умеет. И мать настояла на своем, чтобы отдали этот мотоцикл мальчику. И вот мальчик на радостях поехал. Был очень необычайно рад от того, что мотоцикл ему дали. И вот он поехал, вот, немного отъехал, выехал на скоростную дорогу, врезался в грузовик, который навстречу ехал, и вот и умер в итоге. И вот ну, вскоре нашли родители и сказали, что вот так и так случилось. Отец и мать были в шоке. Вот буквально 5 минут этот мальчик был. Ну, и родители, соответственно, радовались такой успешной сдаче экзаменов, а вот прошло буквально 5 минут, и вот такое горе случилось. Но мы должны понять, что все временно. Кто этот сын, отец, по которому плачет отец, он, может, ему было лет 15, а если спросить отца, где ваш сын был 15 лет назад, в смысле до 15 лет, то есть они его не знали, пока он не родился. И вот он родился в их семье, они думают, что это их ребенок, их дом и все прочее, но это всего лишь привязанность к чему-то материальному, и боль, и радость, и боль, страдания, и наслаждения, они сменяются друг с другом, они как ассоциируются, меняются сначала, как этот, как зигзаг. Они сменяют боль, сменяют наслаждение, наслаждение страдания и так далее. И если мы будем слишком много внимания этому уделять, то нет толку от этого. Мы должны стать саду, мы не должны быть привязаны к страданиям или к наслаждениям. Что такое вайрагья? Вайрагья значит, это быть безразличным к страданиям и наслаждениям этого мира. И когда мы сможем развить такую непривязанность, тогда мы увидим, что нет ничего привлекательного в этом материальном мире. Единственное, у нас будет вкус к служению Шри Кришне. И когда мы обретем этот вкус к Кришне, Бхактивинода Такур, он вот в этом киртане, он молится об этом. Кто-то мы должны стремиться к
к воспеванию киртанов. Если мы получим какие-то другие эти умения, то что толку от них? Мы должны уметь петь киртаны, чтобы Кришна был доволен нами. Все хорошо, если мы сможем занять это в служении Кришне. Для Кришны, Кришна-севы все хорошо, если мы будем петь хорошо или танцевать, мы все это можем занять в служении Кришны через пение киртанов. Многие преданные достигли совершенства с помощью танца перед для Кришны. Тоже многие достигли совершенства, и вот это пение и танцевание ради Кришны очень хорошо. Кришна очень доволен такими преданными, которые искренне поют или танцуют для Верховного Господа. Верховный Господь, он становится очень доволен. В шастрах говорится, что если кто-то из всем сердцем может так спеть или станцевать для Верховного Господа, то Господь, Он примет такого человека. Но мы должны думать, если мы какие-то умения получаем, учимся чему-то, то как мы можем занять это в служении Кришне. И вот боль и радости и страдания – это все временно, и мы должны терпеть это и достичь того уровня, где нас уже не будут касаться никакие проблемы, никакие временные явления этого мира. И это то, чего мы должны достичь. И вот все саду, все великие саду, как Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они вечные спутники Гуранги Махапрабху. Они даруют милость нам, настоящую милость. И вот Таттену Кампам, если мы в нашей жизни будем довольны той ситуации, в которую мы попали. И вот случай с Махапрабху и с Рабхамо Бхаттачарьей, который изменил слово «мукти» на «бхакти». Он сказал, что я, если я повторяю это слово «мукти», я вспоминаю о своей прошлой майаваде, но по твоей милости я смог избавиться от этой майавады и не хочу повторять слово мукти больше. Махапрабху сказал это шлоку из Бхагавата. Ты можешь вот сказать так. Можно эту шлоку по-другому объяснить, и не надо это слово менять, почему ты так беспокоишься. Можно это слово «мукти» объяснять вот так, что «мукти» — оно… Сарвам Бхаттачарья засмеялся, сказал, что это значение тоже хорошее, но все же я не могу сказать, признать его. И вот он сказал, что он все равно не может это слово «мукти» использовать и будет использовать «бхакти». Но Махапрабху был доволен этим.
если бы Махапрабху не был доволен этим изменением, то Сарабхам Бхаттачарья не смог бы изменить эту шлоку. Но в случае с Валабхачарьей Махапрабху был очень гневен на него. А почему причина была на то? Потому что он неправильно изменил то, что он хотел изменить. И вот Махарадж хочет вспомнить вчерашнюю тему о Триданди Бикшу. Он много страдал, будучи саньяси, и он стал в итоге настоящим саду. А до этого он не был саду, он был очень привязан к своему богатству и прочему. А сейчас, по милости Верховного Господа, все ушло из его жизни, и он думал, что это великая милость для него. А раньше у него не было никакого отречения. А сейчас, когда все ушло, он уже не чувствует никакой привязанности. Вот Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж тоже занимался бизнесом, потом обанкротился, и он был очень рад, что все кончилось. Это милость Верховного Господа, но не все могут думать так, что по милости Верховного Господа этот Триданди Бикшу, он думал, что никогда раньше у меня не было такой отреченности. Я сейчас чувствую себя очень свободно. Это наверняка случилось по воле Верховного Господа. И раньше он был жадным, даже не давал денег этим своим домашним, и его родственники, они очень злы на него были и сказали, что тебя наверняка накажут. Они прокляли его, чтобы он был наказан из-за того, что он такой жлоб. И вот пришли какие-то эти сборщики налогов, обобрали его, потом еще какие-то бандиты пришли, и ничего не осталось от его богатства. И вот когда у него все забрали, его домашние выгнали из дома. Такое часто случается, что если человек теряет деньги или еще какое-то влияние, то многие его оставляют. Ну и так тоже можно видеть, что если муж, скажем, обанкротился, то жена от него уходит сразу. И вот он плакал, потом взял себя в руки и подумал, что это наверняка случилось по воле Верховного Господа. И сейчас вот у меня развилась непривязанность. Он смотрел по сторонам, никого не было, никто на него не давил, никто не жалел о нем. И он так начал радоваться свободе, что он стал свободен наконец-то. И вот он решил, что вот по воле Верховного Господа, раз это случилось, то я должен принять саньясу. И это Триданди, и вот это одно из доказательств, что Триданди саньяса, она одобрена в Бхагаватам. Сахаджи говорят, что нельзя принимать саньясу в Кали-югу. И вот смотрите, Рамануджачарья, Мадхвачарья, все великие ачарьи, они все приняли Триданди саньясу. И вели свою жизнь прекрасным образом. И вот, когда различные сложности приходят из разных источников,
И вот какие-то люди его узнавали и решили отомстить его. Ему забрали данду, сломали ее, командалу забрали, начали подшучивать, а этот Триданди Бикшу, он ничего не отвечал. Он думал, что это все из-за его кармы, и все по воле Господа произошло. И вот он, как подобно Шукадеву Госвами, он просил, но не требовал, а просто подходил к нескольким домам. Но не любой дом, а на тот дом, на который его сердце указывало. И вот он стоял какое-то время, если кто-то, какой-то домохозяин, он открывал двери и видел, что саду стоит, он давал ему какое-то подаяние. Вот в случае с Шукадева Госвами он молоко только принимал. Если молоко давали, то он принимал его, как Мадхавинда Пурипад. Он также молоко только принимал, но также он ничего не просил ни у кого, и поэтому сам Кришна был, сам Гопал, он пришел к Мадхавинда Пури и спросил, почему ты постишься? Я вот принес молока тебе, откуда ты узнал, что тут Матаджи набирали воду, видели, что ты тут сидишь, постишься, и они сказали, чтобы я молока тебе принес. И потом он так Шинатха открыл. И и вот Гопал сказал, чтобы он выпил молока, а горшок попозже заберет. И вот Мадхавинда Пури, он смотрел на этого Гопала, он был очень прекрасен, но потом, когда он ушел, он выпил молоко и начал думать, кто же этот был, и впоследствии осознал, что это сам Кришна Гопал. Но по воле Йога Майи он не понял сразу, что это Гопал пришел. И вот он потом пришел к нему во сне и сказал, что я Шринат Гопал, приходил к тебе и дал тебе горшок молока. И Мадхавинда Пурипад начал плакать из-за того, что он не узнал его. И Шринат Гопал сказал, что смотри, мое божество, оно в лесу, ты должен откопать его и сделать храм. И что я хочу сказать этим случаем? Я хочу показать, что такое Юктавайрагья. Такое гармоничное отречение. Мадхавинда Пурипад, он был очень отречен, он даже не просил даже молока ни от кого. И тот же самый Мадхавинда Пурипад, он впоследствии стал хозяином 10 000 коров. И, соответственно, не просто корова, еще гашала какая-то для них, какой-то храм и все остальное. Он был настолько отречен. Но смотрите, когда 10 000 коров ему пожертвовали, он принял их. И он принял это для служения Гопалу. И вот для служения Гопалу он принял всех этих коров и построил храм в его честь. Хотя сам он не заботился даже о своем теле. И в тот день я сказал, вот Мадхавинда Пурипад, он молился этим Гаятри из-за того, что ему некогда их повторять, некогда омываться, что он очень вдохновлен Харинамом, и Харинам только повторяет.
И вот смотрите, несмотря на всю вот его такую отреченность, а вот эта шлока, вот говорит, что «О Сан Явандана, у меня нет времени повторять вас, о омовение мне некогда принимать омовение». Он повторял святые имена только, повторял Харинам. И как Радхарани, что она повторяет? Она не сидит вечером и утром и не повторяет мантры. Она всегда повторяет и имена Кришны, Лалита Вишак, они тоже о них не повторяют. Они гаэты не повторяют, но они всегда заняты служением. И вот таким образом Мадхавендра Пурипат, он показал такую юкта-вайрагью, такое совершенное отречение. И этот саду Мадхавендра Пурипат, он мог спасти тысячи людей. Триданди, значит, у него как бы одна данда была, но Шрила Прабхупад говорил, что в его одно данде было три данды. Но их это саньяса, она не значит, что это майвадская саньяси, поскольку вот в их одно данде было три данды. И вот таким образом мы хотим показать, что те, кто настоящие чистые саду, те, кто совершают юкта-вайрагью, такое идеальное гармоничное отречение, они могут спасти тысячи людей. И вот в Бхакти Расамрита Синдху говорятся такие слова, что все действия Акила Чешта, то, что делают настоящие саду, все, что они делают, это все для того, чтобы Кришна был доволен. Даже если они спят, то они спят для радости Кришны. И одно позитивное, чистыми настоящими саду, если мы достаточно искренне, то мы почувствуем, если у нас есть такая искренность и милость, то мы почувствуем то, что вот это вот прананам сарва джагатам, это очень важное качество саду, как, что и вот в одном из киртанов говорится, что Ганга, она очищает постепенно, но если мы видим вайшнаву, то мы сразу очищаемся. А в Гангу надо пойти, омыться, какое-то время побыть там. Это постепенно так очищает, но даршан вайшнава, он сразу очищает. И это одно из качеств гуру и вайшнавов. И суть Бхакти Расамрита Синдху, какова, что сказал Рупа Госвами, вот эти слова. Перед чистыми саду, любой, кто приходит, если, естественно, у них нет никаких оскорблений, то они почувствуют какую-то реакцию в своих сердцах. Они почувствуют какую-то радость, какое-то удовлетворение. Это только возможно почувствовать, если для той дживатмы, которая не совершала никаких оскорблений. Вот какой-то этот мусульманский сантехник, он пришел с каким-то доктором встретиться с Бабаджи Махараджем. Он говорил с Бабаджи Махараджем, сделал там какую-то сантехническую работу, починил сантехнику и сказал этому доктору, что очень чувствовал какое-то блаженство на душе.
У него преданности не было, но и оскорблений не было. И вот он сказал, что чувствовал какое-то такое блаженство, какую-то радость, когда вот, делал свое служение для Бабаджи Махараджа. Он хотя был мусульманином, но оскорблений в его сердце не было. И вот так же мы, когда мы приходим в Гурудеву, например, к Шили Бхакти Прамоду Пуридев Госвами Махараджу, то какую реакцию в сердце мы можем ожидать, если мы посмотрим на Шили Бхакти Прамоду Пуридев Госвами Махараджу, то мы будем, наше сердце, оно буквально расплавится. Я не знаю, кто из вас имел такую возможность видеть Шилу Пури Госвами Махараджа. Но все, кто приходили к нему, видели его, они, их сердца, они плавились буквально. Насколько он был прекрасен, настолько милостив. Просто даже ничего не делали, не говорили с ним, просто смотрели на Шилу Пури Госвами Махараджа, то они чувствовали какое-то блаженство, и их сердца, они плавились. И вот это одно из качеств вайшнава, то есть кто-то смотрит на него, он просто получает такую радость. Если какой-то гость приходит к нам домой, мы организуем воду для него, чтобы мыть его руки и стопы, накормить и прочее, чтобы этот гость был доволен. И вот Махарадж говорит, что при его времени такая практика существовала, что дети, они массировали стопы родителей, когда те спят. А сейчас, как родители засыпают, дети просто убегают куда-то. Ну и для жены такая практика была, что они, если весь день работали по дому, то все равно потом отцу, мужу своему массировали стопы, чтобы обрести милость. Чернави там омывшая стопы вайшнавов, остатки их пищи и пыль своих стоп – это катализаторы на пути баджана. Если мы их примем, то наш баджан, он улучшится, это буквально катализатор, и мы должны совершать такое служение. Конечно, далеко не все вайшнавы это могут принять служение, но мы все-таки должны стремиться, чтобы обрести их милость. Гуру вайшнавы, они очень могущественны, они заняты всегда, они нет, когда не думают о своем наслаждении. Почему мы говорим о ком-то, что он чистый вайшнав, один из главных признаков чистого вайшнава, что он делает все для Верховного Господа, а не для себя. Как вот Шрила Махарадж вчера рассказывал про Шрилу Бхактивиданту Вамана Госвами Махараджа, что ему кто-то подарил машину, но он отказался. И мы должны быть всегда заняты с служением. Мы должны думать о радости Верховного Господа через Харикатху, через Харикиртан. Мы должны совершать киртаны. Я говорю еще раз.
And now there's Gita, there's Bhagavad, there's these, that, so now I can get tired when I can speak. He's speaking each kirtan, you can speak meaning. Махараджи попросили объяснить значение каждого киртана, но есть много других тем, и ну, сейчас Махарадж не обещает, что их объяснит, но моя просьба к вам, хотя вы даже не понимаете, может быть, значение этих киртанов, но мы должны их петь. Мы не должны избегать воспевания киртанов. Это мое наставление вам. То есть очень важно совершать киртаны перед Вигахо или Туласи. Вот эти киртаны, посвященные Гурварге, как Кришна ходит и Чатурмукха, или вот Гурдеву Самсарадавана, Лалит Халока и прочее. Без киртанов как мы можем обрести силу, могущество, как совершать баджан? И вот у меня есть желание, я хочу, если времени будет достаточно, и если моя жизнь будет достаточно долгой, то тогда Махарадж сможет объяснить эти киртаны. И вот можно вспомнить жизни Тринанди Бикшу. И вот какие-то преданные приходили к Гурдеву, плакали перед его, перед Гурдевом. И, и вот и вот когда нас кто-то оскорбляет или унижает, то мы должны помнить об этом Триданди Бикшу. Мы должны помнить это вот случай с Триданди Бикшу и с Шримад Бхагаватом. И вот Гуру Махарадж говорил мне об этом, и я помню, если кто-то меня оскорбляет или как-то препятствует, то я всегда вспоминаю этого Триданди Бикшу. И через 5 или 7 лет, может быть, через несколько лет, вот, Махарадж говорил в Девананда-годе Матхи, многие преданные спрашивали, почему он так редко приходит, но редко приходит, поскольку не, это, не, не позволяет. Вот, пир, у Махараджа пир — это пир Харикатхе, а в других местах пир разной еды происходит. И вот смотрите, Гуру Махарадж говорил так, что развить наше терпение, наше смирение, Тринада Писунич, таким образом мы сможем развить в этой жизни, если мы будем, а если мы развием должное смирение, то тогда мы сможем воспевать славу Кришны должным образом. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он дал указание Бабаджи Махараджу, чтобы он говорил Харикатху для, для всех, и для иностранцев в частности. И вот Гуру Махарадж говорил, что если мы хотим развить такое ума настроение, такое, то вот эту формулу, которая дана Шримана Махапрабху, и вот много и вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что его многие оскорбляли из-за того, что он был ну так, внешне беден, и если мы услышим о его жизни, мы будем просто плакать. Однажды в Экадаше, в день ухода Шрила Пури Госвами Махараджа, и вот в Экадаше Гуру Махарадж постился,
весь день, и кто-то пообещал Гуру Махараджу 10 рупий дать. В то время 10 рупий достаточно много было. Это в 1960 году было. И вот кто-то пообещал, что приходите к нам в офис, мы вам 10 рупий пожертвуем. И вот Гуру Махарадж постился, ну, совершил поклонение, и это долгое время заняло. Потом пошел в этот офис, там жарко было, и у него головокружение случилось, то ли запас, ну, из-за чего-то там. И ну, не дошел до офиса, в общем. И будем узнаем о такой о жизни Шилы Пури Госвами Махараджа, мы будем просто плакать. И он очень скромно жил, и многие люди оскорбляли его. Я не хочу их имена называть, но весь их баджан, он пал, и общество само распалось. Это очень была такая большая организация, и из-за того, что их не ачарья оскорбил Шилу Бхакти Прамуда Пури Госвами Махараджа, они, и все их общество распалось. Гуру Махарадж ничего не ответил, просто плакал в своей комнате. Он думал, как жить дальше, что делать. Directly, who witnessed with window aperture? Amazing. Your Guru must cry. Krishna went to go. Not sitting there insulting him. Only speaking and crying, went to go. So poor condition. I have letter. You too. Only for 50 rupees, Maharaj writing letter to somebody. Вот у Бабаджи Махараджа есть письмо от Шрилы Пури Махараджа. Он, ну, ему просил у какого-то преданного взаймы 50 рупий, чтобы организовать радхаштами, и обещал отдать через несколько месяцев. То есть очень такое, кто такой саду, очень редко кто может понять, и поэтому путь, принятый Шрилы Прабхупады, он совершенен. Какой же совершенный путь? Шрила Прабхупад говорил, что мы не можем доказать перед, а мы не можем показывать публике, что мы бедны. Если мы знаем сердце Прабхупады, то мы будем удивлены. И вот Шрила Прабхупад говорил, мы, когда идем на проповедь, мы не должны ничего просить. Если какие-то важные люди приходят в храм, чтобы встретиться с нами, то нужно повесить вывеску, что посторонним вход воспрещен. А что он имеет в виду этим? Вот мы с одной стороны приглашаем людей, а с другой стороны пишем, что вход воспрещен без разрешения. Если такого не делают, то люди будут думать, что саду очень дешево. Никто не понимал такой скрытой тактики Шрилы Прабхупады. Whereas if you ask Chaitanya Mahaprabhu, he is useless. He does exhibition, I have no time, now. What you are doing? If anybody coming, there is no time. No, Maharaj can meet you 4 o'clock. 4 o'clock. И вот в жизни Шрилы Бхакти Прамуда Пури Госвами Махараджа или Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджа есть какие-то преданные приезжали, то если саваки отшивали приходящих, то если Шрила Пури Махарадж, он об этом слышал, он сразу же сам выходил и к этим преданным
И вот во время Шрикады Шрилы Бхакти Памутпури Госвами Махарадж тоже, он, когда лилу болезни являл, то тоже возмущался, что не пускают преданных, которые приходят к нему на даршан. А сейчас... So you see, Chidambi Bhikshu now with great patience and enduring power. И вот Тридандий Бхикшу с великим смирением и терпением, он и так терпел все, что происходит с ним. Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что если у нас будет такое же смирение и терпение, то мы будем видеть весь мир в гармонии, как вот он описывается в этой шлоке. И почему у нас много жалоб на все? Кришнадас Бабаджи Махарадж, когда какие-то преданные приходили, жаловались, что их кто-то беспокоит. А Бабаджи Махарадж спрашивал, откуда столько жалоб у вас? У нас единственная жалоба, то, что мы не можем совершать Кришна Баджан. И все, кто приходили жаловаться, вот Кришнадас Бабаджи Махараджу, то он... говорил, что нужно воспевать Хари Кришна, Харинам и не отвлекаться ни на что иное. И вот эти вот какие-то преданные пошли жаловаться, что лак-лак-харинама не могут повторять, что нужно готовить, стирать, убирать, на рынок ходить за овощами. А вот Бабаджи Махарадж сказал, что делайте по дороге на рынок, когда посуду моете, убираете и готовите и прочее. То есть можно устами или в уме повторять святые имена, и так за день можно повторить 50 тысяч святых имен, а остальные можно на четках повторять. И в итоге так лакхринама 64 круга получится. Да, так бывает, что кто-то ничего не говорит и не слушает. Это нехорошо, просто как держит рот на замке. Но мы должны повторять святые имена всегда. И вот этот пример с Тридандий Бхикшу, он очень важен. И вот это я, Махарадж последние дни объясняет величие саду, их огромное желание служить Верховному Господу, не только Верховному Господу, что настоящий саду, они видят весь мир в связи с Шри Кришной. И это их техника, их такая скрытая техника. Если мы хотим стать саду, то мы не должны иметь никакой вражды ни с кем. И вот мы должны помнить, я объяснял вам о настроении Кришны, то, что Кришна хотел сказать нам, что Кришна хочет сказать. Все, кто приходят к саду, то саду он пытается служить, исполнять желания всех приходящих, как Дадхичи Муни. Полубоги пришли и попросили его тело, чтобы он отдал, и Дадхичи Муни, он не поколебался и отдал. Потом Индра какому-то Муни пошел, чтобы
Кавачу получить от какого-то саду, и он отдал ему. А, он причем, зачем пришел как попрошайка, чтобы получить Кавачу, чтобы он смог убить Карну. А кто мог убить? Только Кришна. Это по воле Кришны случилось. И вот смотрите, Бхагаван Шри Кришна, он говорит правильно, если мы посмотрим на это, будем повторять Харинам и думать о могуществе Кришны, Гопала, то вот Шрила Прабхупад, он день и ночь, он не спал, он всегда думал о том, как помочь, как спасти этих обусловленных душ. Шрила Бхактивинода Тхакур, он также, он, несмотря на то, что работал, но даже во время перерыва он никуда не ходил, а писал киртаны для нас. А почему он это делал? Для того, чтобы спасти нас, обусловленных душ. Мы не можем представить его сострадание. И если мы когда-то достигнем этого уровня, то мы будем просто плакать и плакать, как Нарутам Такур. Он плачет о том, куда ушел Рамачандра. И Гурудев — это наше единственное сокровище. И нет ничего иного. И вот смотрите, мы должны чувствовать сердце саду. И Кришна, он говорит, они живут великой жизнью, деревья. Они, которые рождаются деревьями, они прекрасны, и в этой жизни они служат всегда и во всем другим, и ничего не ожидают взамен для себя. Какая великая надежда для них. Они служат, служат и служат, и не ожидают ничего взамен. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает это подобно картине. Шрила Бхактивинода Тхакур, он его, то, что он написал, это не какие-то книги, это подобно картине. Если мы будем читать их, мы увидим все в таком ясном виде. Если мы будем читать Джайва-дхарму, мы увидим, если мы достаточно искренне, мы почувствуем, что как будто мы перенеслись в эти места, как будто это случается перед нашими глазами. И вот все, что писал Шрила Бхактивинода Тхакур, это не какие-то книги, это подобно портрету, подобные картине, изображения того, что происходит. И вот мы однажды встретили одного саду в Харидваре, после Харидваре, в Лакшманджуле, точнее, в Ришикеше где-то. И вот Махарадж там был по какой-то причине, и один саду, он рисовал там очень прекрасно. Так быстро рисовал и продавал свои картины. И на эти... За час он мог нарисовать Вриндаван, Радагавинду или еще что-либо. В общем, люди приходили, просили, что они хотят, и он это быстро рисовал так. Но для саньяси-брамачари на флейте нельзя играть.
Но есть какие-то искусства, которые саньяси брахмачари не имеют права заниматься. Вот игрой на флейте, например, поскольку какое-то материальное вожделение в этом участвует. Как был случай какой-то саньяси играл на флейте, и какая-то царица к нему пришла, оставила свой дворец, и поэтому если мы что-то делаем, танцуем, поем, то это все должно быть для Кришны, а не для кого-то, иначе это станет ловушкой для нас, как в случае с тем попугаем, который всех предупреждал, что придет охотник, поймает вас и убьет. Но когда этого попугая самого поймали в ловушку, он тоже продолжал повторять, он не знал значения этой ловушки и охотника, и всего остального. То есть он уже сам попал в эту ловушку, но все равно предупреждал других. И также, если мы что-то изучаем, то мы должны изучать это для Кришны, а не для того, чтобы делать что-то на показ. И это общество, оно, чтобы защититься от всего негативного, мы должны следовать многим правилам и предписаниям. Если мы хотим спаститься, то мы будем спасены, а если нет, то, соответственно, нет. И вот Кришна говорит, что эти деревья, они служат всем остальным и не ожидают ничего взамена. Они дают цветы, плоды, тень, аромат дерева самого. И Шри Кришна говорит, мы живем на благодаря деревьям. Если деревья и прочие растения будут бастовать, то что мы будем есть? И благодаря им мы живем. Если бы деревья не давали нам плодов и прочего, как мы бы могли жить? И вот здесь, благодаря деревьям, у нас все Now Krishna speaking. Now you see topmost target. Krishna speaking. И вот Кришна говорит. Итавад жанма сафаллам дехинам ихатехишу пранайрактир дхиаваача сейоти севачаранам сада. Hey, here it is in some change. Эвачаретсада. Севачаре. Эвачаретсада. Are in different another books it is in севачаранам сада. И как мы узнаем, что наша жизнь, она успешна, если мы сможем служить другим, если мы сможем помогать другим, то наша жизнь, она будет успешна. And what the utility of my life? What utility?
И что толку от нашей жизни, если мы не будем служить Верховному Господу, и если мы будем видеть весь мир в связи с Верховным Господом, и также мы будем помогать другим в связи с этим Верховным Господом, и будем, соответственно, им помогать своими способностями. И вот Кришна говорит, что мы должны быть подобны этим деревьям. Это наша цель. Если мы хотим стать саду, мы должны следовать этим деревьям. Деревья, они гуру для нас. И вот в Бхагаватам есть пример с 24 гуру, и один из них — это один из 24 гуру — это деревья. Пчелы, они учат нас непривязанности, они собирают мед долгое время, летают от цветка к цветку. А люди, они выкуривают этих пчел и забирают их мед, который они собрали. И наслаждаются этим медом. Пчелы едят мед, а мы едим его. И вот так пчелы трудятся долгое время, а кто-то забирает и ест этот мед. И что толку от такого труда? И таким образом пчелы, они учат нас тому, что если мы хотим стать настоящими саду, то не нужно ничего хранить, накапливать. Вот если мы потеряем нашу жизнь, то что с этим случится? И вот так один за одним какие-то уроки мы получаем от этих 24 гуру. От земли, например, можно научиться терпению. Савам Саха — это одно из имен земли. Она может потерпеть все. Савам Саха. Она может перетерпеть все. Кто-то копает ее или добывает что-то, она все терпит. И мы должны жить подобно воздуху, не соприкасаясь ни с кем. Воздух, он всегда как бы есть, но его, он всегда куда-то летит. И мы не можем с ним подружиться или как-то еще что-то, какие-то связи установить. Воздух, он без различий, не привязан. И вот и парамахамсы, они учатся у всех этих, от этих гуру. Кто-то, например, оскорбляет их, но они все равно какой-то урок извлекают из этого. Парамахамсы, они подобные этим пчелам, которые извлекают какой-то полезный урок из любой ситуации. И вот парамахамсы, они очень умны, и от всех живых существ они извлекают какие-то уроки. Также парамахамса не видит только хорошие качества в других. И вот Шри Кришна, он привел нам, приводит пример деревьев как идеальных святых. И это наша цель. Что те, кто хотят стать саду, они могут вести себя как деревья. Есть прекрасные деревья. Если кто-то хочет, даже если кто-то рубит дерево, то дерево все равно не возмущается.
Но все же деревья, оно не жалуется ни на что. И вот Кришна, он привел пример деревьев, что если кто-то хочет стать саду, великим святым, то он должен следовать примеру деревьев. Этават значит цель. By the seva mood, which a tree can sow, we will have to become more fruitful. Если мы вайшнавы, мы должны стать более терпеливы, чем дерево. Мы должны принести благо другим. Мы должны искать. Мы должны думать, как мы можем принести благо другим. He like to kill. I say, you bring your knife, I'm standing. Your life is standing for me. And you're like, okay. I know the reason. But still, I'm not going to drive him away from Ashram. I make one announcement. I give him separate arrangement for him. He can bring life. That's mean, if any police cars cannot catch me. Because I already announced it in internet and paper. At least. But still I'm seeking his good. И вот мы должны, даже те люди, которые хотят убить нас, то мы даже для них должны думать, какое благо мы можем им принести. I can give sufficient punishment, but I know those who are present, you know, leaders, the spirituals, they can come in this group. As I'm not so foolish to waste my time. So nice. I go to library and touch my pen with unto a lotus feet of Nishimadev. I say, you allow me to write something. Within 5 minutes, I try write 10 lines, which is more than an atom bomb. 10 lines. Only I say, Maharaj, Nishimadev, I pray for a long time, 17, 18 years gone. I'm suffering so much, I like to protect him. Now please do something. I touch my pen to Anto Lotus Feet of Nishimadev. Speak in Bhagavatam speaking. I touch my pen to Nishimadev and then started writing. If I read that line, that small letter in Bengali, you can go mad. It's more than atom bomb. But no fire. Nobody can become angry against me. Nobody can become angry against me. So sweet. That still today, I'm trying to seek some good for him. I cannot bear. I love them. I cannot forget. This kind of mercy is there inside the heart of Kobal. I have no mercy. Simply, it is like mercy, but poor Bhagavatam, they have mercy. They are going to seek benefit for whole world. Вот Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, они думают о том, как принести благо всему миру. So, etava janma safalam dehina miyo deishu. So, this is the target fixed by me, Krishna speaking. If somebody want to seek some maybe I like one, okay, for my life also. If I can give my life, if they can die, what does that? Вот пример Харидаса Такура, когда его наказывали, эти охранники сказали, что нас накажут, как если мы не убьем тебя, то Харидаса Такур
он сказал, что если моя смерть сможет принести вам благо, то тогда я умираю прямо сейчас. И вот он сделал вид, что умер, и его выкинули в Гангу. И это такова наша цель, которой мы можем научиться у деревьев. И вашей жизнью, богатством, разумом, образованием, все, что у нас есть. Мы должны пытаться принести благо всем живым существам. Это иначе мы не саду, если мы не будем думать об этом. Then there is nice creepers and trees there, all making shadow for this coward boy. It's now summer season. He is going to be Krishna. И вот Кришна, он, когда они шли с пастушками, они шли под кронами деревьев, и Кришна проходил под этими тенью деревьев, и так они дошли до Ямуны опять, с другой стороны какой-то. И вот они пошли до другого другого потока Ямуны, и вот они дошли до туда, и описывается, что по дороге эти деревья, они стояли подобные зонтам, и Кришна сказал: «О, друзья, смотрите, какое благо мы получаем от деревьев, они больше, чем наши матери, они заботятся так, они берут на себя всю эту жару от солнца». И Кришна сказал, вот они пример для нас, эти деревья. И сказав так, Кришна, он и вот Кришна дошел до другого потока Ямуны, где это и зачем? Чтобы позволить коровам напиться воды из Ямуны. И вот Кришна, Баларам и все эти пастушки, они тоже пили, сначала дали коровам напиться достаточно, потом они сами пошли и поклонились и начали пить воду из нее. И вот так они, и что они там делали? Тато нипо своем гупа камам садху папуржалам. What did it? First of all, тато га. Бхувачан га. Тато га пайтва. They allow гумата to. И вот они позволили кого напиться. Пайтва по. Сумиста ситала сиваха. Very sweet water of Yamuna. You drink? Вода Ямуны, она очень сладкая. Кто-то пил воду из Ямуны, но сейчас не стоит ее пить, а если пьем, то нужно выше подняться по течению, поскольку в Дели канализацию всю сливают в Ямуну. Поэтому лучше где-то там в Ришикеше пить или выше в Ямуну. Ее вода очень сладка. И вот в то время Вриндаван был очень прекрасен. И ну, сейчас осквернили, канализация одна там. И
все саду протестуют, хотят остановить этот проект соединения Ямуны с канализацией, что нужно, чтобы Ямуна она была так же чиста, как и раньше, даже всего 100 лет назад. Что говорить во времена Кришны или Шичитани Махапрабху? Махапрабху был очарован, видя красоту Ямуны. Если мы будем сидеть на берегу Ямуны, то будем очарованы ее красотой. И вот после этого у царя Камам саду папуржам. After that, testy water they started drinking. Ну вот эти пастушки, напоив коров, они сами начали пить воду. Пашуно нипо, Кришна Раму, Упагамо, Кудхартха, Идам Абхубарна. Here one background, very nice background I can make tomorrow, pray no time. That Upavan, and the Upavan is main forest and sub-forest, Upavan. And Tasya Upavani. И вот в том подлеске они отпустили коров, чтобы они наелись травы, то Кришна и Баларам сидели на каком-то камне, и все эти пастушки, особенно Шидам, Судам и Васудам, они пришли к Кришне и сказали, что очень голодны. А значение каково этого? Махарадж завтра об этом расскажет. Вот если саду дает какое-то наставление, то как мы можем исполнить его указание сразу? Тут два фактора. Для начала мы должны иметь преданность тому саду, и саду должен быть достаточно могуществен. И вот это зависит от качества саду, от его могущества и от нашей преданности ему. Если достаточно и того, то мы сможем сразу практически исполнить его указания. Много случаев таких, даже я вот слышал от Гурдева, что ты сразу это началось. Как такие правила чистоты, я, например, узнал от Гурдева. Я могу показать фотографию, но вот какая-то фотография есть от Шрилы Пури Махараджа.